Сорт томата Гном Берил Бьюти. Это американский сорт. Относится к гномам, так как растение высотой 80 сантиметров отличается от всех остальных кустов томатов своей мощностью. Лист широкий, картофельный. Растения компактные. По срокам созревания этот сорт средне-ранний. Плоды вот такой необычной окраски. Они зеленые снаружи. А внутри сейчас разрежем и посмотрим. Для начала мы взвесим его. Весит томат 115 грамм. Плоды бывают до 150 грамм. Вот такая зеленая мякоть внутри. Очень сочный четырехкамерный томат. На вкус очень приятный, сладковатый. Еще мне нравится этот сорт за то, что он урожайный. Всегда большое изобилие плодов на кусту. Этот томат салатного назначения, очень вкусен в свежих салатах, а также пригоден для цельноплодного консервирования.